Эреб Тиша Беав. Это перед Тиша Беав. Тот самый день перед Тиша Беав. Мы ага, после полудня уже полностью не кушается мясо на судат мавсеке. Даже если, допустим, у человека есть стипулейшн, чтобы что человек болеет в течение 9 дней, ему нужно кушать мясо. В этот смысл, да, человек даже такой не может кушать мясо. И даже это уже не минхак, это уже идет митсададин. И то... А? да, закон. Велойште яйн и не пьет вино, у басар, и если человека там э, копченое или соленое мясо, или же курица и так далее, тоже является частью этого запрета. И тоже минхаг у нас не кушать рыбу тоже, на судат мавсекет. Обычно мы делаем плов там с картошкой, с яйцами, и так далее. Но да, рыбу тоже нельзя. Даже еда, в которой варился мясо. Мясо я не кушаю, просто в нем варился мясо. Да, yeah. да кушаю просто суп от этого яхни. Тоже не разрешается. А, лишь тот шехар там удата мавсеки. Также пить водку или же пиво или что угодно, то любые а, а, да, крепкие напитки нельзя. Вещь материм лишь тот хар, шехар. Если человек уже привык, если он не выпьет, у него не... Аппетита нет. Не, не, аппетит там не нужен. А, у, у, него не... А, не переваривается. Да, у него не переваривается нормально, если, если он не выпьет. А тогда этому человеку немножко разрешается выпить для переваривания. Я не знал, что это, оказывается, переваривает тоже.